Ну что ж, как видите, я уже готов нажать поиск, да? Вы готовы? Вы точно уверены в этом? Ладно, я нажму. И, о боже мой, что происходит? Закрытая серия виксиков. Стой, погоди, что? Это я тупой или я тупой? Подожди. Ну что ж, давайте узнаем, кто такие виксики. До недавнего времени люди почти ничего не знали об этих маленьких человечках, которые живут внутри машин и приборов. Фиксики ухаживают за техникой изнутри, чистят ее, смазывают, устраняют мелкие помехи. Они умелые и добросовестные мастера. Зачем мне это? Давайте это пропустим, пойдем дальше. Маша и медведь. Закрытая серия. Страшная в скобочках нет. Стой, погоди, что? Маша и медведь? А я сейчас загуглю в Яндексе второй раз. Окей, давайте посмотрим, что это такое вообще. Маша невероятно активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для нее одной. Маша индивидуальность не знает границ, поэтому урок тогда легко обворачивается. Опять мне набрал! Ладно, и это мы тоже опустим, давайте посмотрим дальше. Закрытая школа, первый сезон, первая серия, триллер, мистический сериал. Ох, я сейчас пущу слезинку ностальгии, но нет. Когда-то будет плохо, за место вас я лучше сам сдохну. Да ёб твою мать. Окей, ничего не остается, кроме как пойти на вторую страницу. Да ёп! Ладно, давайте хотя бы посмотрим третью страницу, там, надеюсь, что-нибудь будет. Ну что, вы готовы? Вы готовы посмотреть вот это вот? Вот это вот. Я, если честно, боюсь. Спать потом не смогу, наверное, но давайте попробуем все-таки. Ребят, всем привет. Привет. Это я, Виталик, и вы на канале Вечное Шоу. Мы играли в космонавтов, но вдруг к ним в комнату вошли родители Дим Димыча. Они рассказали о истории. Вот это вот реально страшный момент, когда в те комнаты заходят родители, а ты играешь с фиксиками. Он все больше хотел ее использовать, и он придумывал разные способы для того, чтобы использовать зубную пасту. Пожалуйста. Но фиксики постоянно его останавливали. Можно, пожалуйста, Оскар этому парню? Потому что... Ну, просто потому что... Все это мое чувство. Глаза стали черные, как пропасть. Сам дьявол им управлял. Вот так вот. Видео взяты кадры из настоящей серии. И, ну, можно сказать, что закрытая серия сама сделана. Ну, неплохо. И автор этого видео не Виталик, но все-таки Виталик тоже хорош. Так вот, автор этого видео тоже хорош, потому что он хорошо подал, монтажиком поработал. Ну, такие орущие названия и то, что они подают это как будто это правда, такая серия существует, где-то утечка информации, утек, где-то сюжет и все. Ба! Но на самом деле, в принципе, годно, что я могу еще сказать. Ну, давайте разберемся со второй серией, как она там называется. Ах, да, вот. Закрытая серия «Маша и медведь», страшная в скобочках нет. Я тут за кадром каждый раз смеюсь, когда произношу «и медведь», но это в видео не попадет, потому что... Все это мое чувство. Не попадет. Ну что ж, опять Виталик, давайте посмотрим. 5 лет уже, наверное, надо. Вот... Я от картинки обосрался. Дети, если вам 4 годика, то вам не смотреть лучше. Простите, ребята, я от картинки обосрался. Ха, ну что я могу сказать? Маша и медведь. 2 миллиона просмотров. Ну, в принципе, тоже... Ну вот все, кто делает вот эти вот закрытые серии, в принципе, их делают годно, но вот они вот всегда подают и говорят об этом, как будто это правда. Но вот это вот, конечно, минус. Но все остальное, это, конечно, хорошо. На самом деле, это можно все очень долго обозревать и говорить об этом, но я думаю, на этом стоит закончить. Я просто скажу пару слов о том, что происходит вообще вот в этом, как там в одном из роликов назвал автор... Даркнете. Только подбешивает то, что люди, которые делают такие видосы фановые, на самом деле, потому что никаких таких серий нет и не будет. Кто вообще в здравом уме будет придумывать вот такое вот?
Вот то, что они делают, я уже несколько раз об этом сказал, но в конце видоса как вывод скажу это. Вот то, что они делают, я об этом уже много раз сказал, но в конце видосов в качестве заключения я это скажу. То, что они делают, это, конечно, хорошо и в некоторых моментах даже неплохо. Монтаж, добавление, устрашающий голос. Все это, конечно, четко и круто, но это подавать, как будто это правда, как будто этот сюжет реально написан, как будто... На самом деле, на просторах Ютуба тут много таких вот закрытых серий всяких вот этого вот всего. Вот смотрите, вот закрытая серия фиксиков. И снова Виталий со своими 100 000 просмотрами. Когда у меня будет хотя бы 1000 просмотров, а?